Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники и Улуха. У нас 21 день, и я забираю 450 Якнога. Окей. Так, интересно мне знать, сегодня у нас будет событие, или еще до сих пор оно недоступно? Есть. Друзья, подготовка, резкий отпор. Так что сегодня будем проходить именно его. Беззубик, что ты мне принес? Так, статуэточки, статуэточки и 28 рун. Спасибо тебе большое. Сейчас мы тебя отправим дальше, но сначала что мы сделаем? Естественно, соберем рыбу. Так, это сотый уровень. Ветрокрыл, я не понял, а что ты сидишь у меня здесь и прохлаждаешься, а? Вот объясни мне, пожалуйста, почему ты никуда не летел? Ладно, сейчас мы с тобой разберемся. Прежде нам нужна рыба. Очень много рыбы, друзья. Но тут нам выпадает древесина. Лучше бы, конечно, дали бы мне рыбу. Так, что ты тут предлагаешь? Обмен. Блин, вот если бы у меня было бы 241 руна, поверь мне, я бы... Слушай, а может быть накопим, а? А что вообще тут может выпасть? Бремя гнильца, неборез, вихрь, боль, грязи луж, лавандовый кревет. У меня ни одного такого нету, прикинь. Вот это да, грязи луж похож на водореза, если честно. Слушай, а может быть как-то накопить? Я не могу, прикинь, я не могу уйти отсюда. Твою налево. Я не могу отменить. Так, а это что такое у нас? Я в первый раз вижу какой-то супчик. Так, ладушки. Давай тогда дальше смотреть, что у нас есть. Нам нужно очень-очень много рыбы. Так, ты будешь в конце концов у меня прокачиваться или нет, а? Я не могу дальше тебе... неужели? Ну что, друзья мои, громобой наконец-то... получил у меня 91 уровень. И мы дальше его прокачиваем. Кстати, 62 миллиона нужно. Это не так уж много. Так, тут новая способность. Теперь этот может собирать железо. Но за такую цену, ты уж извини, конечно. Это перебор. Так, родной мой. Получил, друзья мои, он сотый уровень. Ужасное чудовище. Так что еще один дракончик у нас по фулке. Так, креветик 27 миллионов рыбы дает. Этот всего лишь 12 миллионов. Кстати, может быть, его тоже прокачать. Здесь заберем и отправим его. Так, тут древесинка. 156 миллионов у нас с тобой рыбы. Сейчас будет чуть больше. 224 миллиона. Так, давай отправляем за рыбой. Тебе тоже за рыбой. Так, поручить. Ну, понятно, поручили мы, короче, 7 разным драконам сбор. Так, ну а ты? Ты-то будешь у меня прокачиваться или как? Нет, этот до сих пор еще, к сожалению, сопротивляется. Не хочет переходить. Ладно, пускай дальше идет учиться. Ну, тут все и так понятно. Ничего новенького он нам не даст. А ты? То же самое. Ладно, идите собирайте. Так, мне еще нужно найти модификрылку. Вот она. Ага. Ну что, 312 миллионов. Я думаю, что нам хватит сейчас прокачать хотя бы чуть-чуть. Так, секундочку. А кого мы будем? Так, стоп. Ну, ужасное чудовище, я думаю, не стоит, да? Оно уже так прокачанное. Буйволорд. Тоже под вопросом. Так, что же нам сделать? Даже и не знаю, если честно, что нам... Ладно, давай громобой будем прокачивать. Ну, а чё? Так, где он? Вот он. 92-й, блин, обучение. Так, подожди, а у нас еще где-то же громобой есть. Вот здесь. А, он учится. Я даже не знаю, кого тогда еще будем. Здесь все. Так, ловушка лом. 76 уровень. А ты что сидишь? Давай за рыбой лети. Яркий ужас. Так. Иди обучайся. Ну а ты что прохлаждаешься? Ты пойдешь у меня... Стой, подожди, вернись. Блин, все, поздняк уже. Надо же было его прокачать, у него 91 уровень.
Вот я лопухнулся-то, а. Так, давай-ка здесь тогда соберем ресурсы. Опачки, новый нарядик. Так, нет, не в приключении, а... Просто можешь пособирать ресурсы. Так, барсик. Барсик нам достает 12 рун. Продолжаем. Так, полетел. Кривоклык, что ты нам достанешь? 50 миллионов древесины. Ладно. Спасите слюнявого. Идите, спасайте слюнявого. И Грамгилля. 9 рун. Зигзаг, удачи. Все, пускай летит бесплатно. Что у нас здесь? Во-первых, пак мы забыли с тобой открыть. Ну-ка. Так, пристиголов, крылатый ужас, шепот смерти. Ну и сам понимаешь, да, немножечко ресурсов. Плюс еще один рекламный. Монетки Одина. И сама начинка. Ужасное чудовище, кревет, громобой. Так, и немножко рун. Здесь вроде бы как все. Последний пак. Кстати, надо будет набить, наверное. Громобой, ужасное чудовище, шторморез и кривоклык. Так, ну что, рыба пока есть. Это хорошо. Так, креветик. Сейчас я тебя, точнее не креветик, а беззубик, я тебя сейчас отправлю. Подожди, не волнуйся. Так, для того, чтобы... Ну, давай вот за этими пиками тебя отправим в путешествие. Да ладно, пускай летит бесплатно. Ну что, заберем, наверное, наши награды здесь. Так, раз. Два, как всегда, нам чуть-чуть не хватит. А ну-ка, здесь 50, а нет, хватит. Хватит нам получить с тобой награду. Ну-ка посмотрим, что у нас здесь. 250. Як много. Слушай, так мы можем с тобой, наверное, два пака взять. Ну-ка се. Сезонная награда. Так, древесина, рыба. Рыба. Понятно. Здесь неудачно, ладно. Давай-ка еще тогда разочек. Блин, не хватает буквально 30 якнога, а? Ты представляешь? Совсем чутка. Так, где там этот снеговик, что он тут не маячил просто перед глазами? Мы его сейчас заберем. Вот так вот. Ну что, теперь, я думаю, друзья, пора отправляться нам именно на события. Ух ты, какой злобокус эксклюзивный. О, подожди, а у нас два события, что ли? Но это будет доступно через 4 часа. Подготовка. Резкий отпор. Оно короткое у нас будет? Да, ребята, это событие будет короткое, в котором будут разыгрываться два пака плюс 150 рун и, естественно, светлый янтарь. То есть вот такой вот коротенький будет у нас с тобой ивент, который мы обязаны с тобой пройти, и желательно быстрее. Кто там у нас душитель? Да, я смотрю, один. 14 уровня. Сейчас мы его попробуем быстро расписать. Так, первая атака пошла. Барсик. Кривоклык. Слушай, ну через 4 часа будет следующее событие. Может быть, я не знаю, вечером попробовать еще разок зайти в игру. Будет у нас 2 серии тогда. По всадникам в день. Ну, я думаю, что это никого не смущает, а, друзья мои. Если смущает, то пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Сразу, желательно это писать все сразу же, как только я выкладываю видосик. Потому что комментарии я читаю практически сразу. Так, ну что, остается у нас последний халабуда. Сейчас мы его здесь вот так. И укусик. Укусик будет делать кривоклык. Отлично, молодец. С критом уничтожил. Ну что, сейчас крутанем с тобой колесо. Надеюсь, нам выпадет здесь рыба. 35 миллионов. Ну, спасибо хотя бы и на этом. Рыбка нам всегда нужна. Так, и забираем сразу же ареновский пак.
Я так понимаю, это который содержит обычных, да, новичков. Так, пристеголов, громобой, шторморез и все. Так, ну сейчас будет обычный поединок, после которого мы с тобой заберем загадочный пак. А после будет уже 150 рун. Так, опять смотрю, здесь стоит душитель. Опять один. Уровень только уже не 14, как ты видишь, а 15. То есть на один левел его здесь усилили. Ну, как по мне, я думаю, это ничего не изменит ровным счетом. Надо будет посмотреть, что у нас на второй волне. Тут все-таки поменяли состав. Так, два крылатых ужаса. Плюс, я так понимаю, это все-таки стальной капкан. Давай, наверное, сделаем вот так все-таки. Пробьем ужасов этих. Ай-яй-яй-яй, я думал, все-таки ты сможешь добить. Но почему-то не кританул мой кривоклык, к сожалению. Но, в принципе, ребят, ничего страшного нету. Пока. Сейчас мы с тобой сделаем вот так вот. Сюда укусик. А почему так мало бьешь? А, у тебя пониженная атака. Да, стальной капкан, он такой злодей. Своим хвостом бомбит, этими шипами. Вырвил, молодец, красавчик. Так, теперь здесь понижаем броню. И я думаю, что этот птенчик будет наш. Все. Он еще усиливает себе атаку, но она ему не пригодится. Ну что, очередной у нас барабан. Выпадает. Ну что так мало рыбы-то дают? 35 миллионов, теперь 15. Давали уже 150, в конце концов. Ну что, загадочный пак. Давай в карманчик, в копилочку. На почту. Так, и следующий поединок. Ну, как ты понимаешь, он тоже обычный. А тут, кстати, у нас мини-боссик будет. Босса так такового нету в этом событии. Ох ты, вот этого надо сразу жарить. Сразу же, ребят. Я не хочу получать от него. Блин, он страж. Надо было вот этого тогда бомбашить. Ай-яй-яй, лопухнулся я. Блин. Ладно, давай попробуем быстренько расчехлить его. Барсик, будь добр. Красавчик ты мой. Так, этот, по-моему, на трех энергиях начинает вот такие выкрутасы выжигать, что лучше их не видеть. Блин, а мы зажарить его не успеем. Блин, сейчас, по-моему, нам огоньком прилетит. Вот об этом я и говорил. Это хорошо, что он промахнулся по кривоклыку. И отхил у нас есть. Опять он, а, здесь? Даже не знаю. Ну, давай начнем, наверное, с водореза. Водореза быстренько с тобой попробуем шатать. Так, потом ходит кривоклык. Потом вдвоем ходят они, враги. Еее, вот это да. Вот это кривоклык ты, малорик. Взял просто его скрита и бомбанул. Готовимся к пламени. Ах, как же он жарит, а больно. Не знаю, давай, наверное, просто сделаем укус. Так, мне главное, чтобы выжил мой шторморез. Остальное все ерунда, ребят. Так, сюда вжарим. Да, друзья, игра вылетела у меня. Так, я посмотрю. Две энергии, то есть получается... Раз, два, три. Просто как будто специально это сделано, чтобы ты раскрутился на руны. Я раньше думал, что вылетает только у меня, но подписчики пишут, что у них тоже. Это, знаешь, как, что напоминает, какую игру? Мир юрского периода. Там тоже, ребята, вылетает эта игра. Постоянно, особенно на рулетке. И это очень бесит. Ну, понятно. Так, наверное, и сюда вдарю. Красавчик, добил. А этот сейчас будет пламенем, как обычно, жарить. А мы обратно захиляемся. Отличненько. Прописной. Так, дальше укусик. Ну, сейчас фаербольчик выпустит. Это ничего страшного, ребят. Фаербол — это ерунда. Так, ну что, переходим на последнюю вторую волну. И начнем, как обычно, с водореза. Так, водорез. Теперь, наверное, сделаем вот так вот. Да чтоб тебя.
Блин, готовимся, ребят, сейчас опять будет жаровня. Смотри-ка, нет, он не стал поджаривать. Ну-ка, сделаем вот так вот. Что-то сейчас будет. Ага, вот он что решил. И промахнулся, молодец, красавчик. Одобряю, вот так вот дальше делай, пожалуйста. Мне, как говорится, на пользу. Ну что? Все? Долеталась птичка. Сейчас мы будем тебя уничтожать. Ну, Барсик, ну как всегда. Все, победа, ребят. Куртанем очередное колесо, где нам выпадает 50 миллионов рыбы. Так, сегодня точно кого-то еще подкачаю я. Забираем 150 рун. Половину мы из них с тобой потратим. Так, и двигаемся дальше. Поехали. Я не знаю, стоит ли вообще тратить руны для того, чтобы получить этот светлый янтарь. Но если только ради принципа, что мы прошли с тобой события полностью. Да, давай, наверное, пройдем. Ну что, я вижу, здесь у нас шепот смерти. Так, тихо ты. Кого тут быстрее можно бомбануть? Фу, я уж подумал, сейчас опять игра вылетит. Немножко так фризануло. Так, ага. Он взял себе повышенную атаку плюс ускорение. Но это ему не пригодилось. А дальше мы, наверное, будем все-таки брать крылатый ужас. Хильнуться пока не сможем, но можем вот так вот бомбануть. Замечательно. Ну, слушай, шторморез после того, как получил 17 уровень, ну, прям вот чувствуется, да, у него атака. Все усилилось. Пускай немножко, но тихо ты. Но это чувствуется. Особенно в плане хила. Так, Барсик, будь добр, а. Вот никогда не критует. Он просто бьет чистым физдамагом. Без критовки. И вот это немножко раздражает. Так, ну что, на второй волне у нас. Блин, да вы древоруба еще сюда воткнули. Плюс он страж, оказывается, здесь. Замечательно. Так, ну, естественно, нам нужно уничтожить шепота смерти. Тут понятное дело. Атя, вот так вот. Оказывается, он тоже у нас огнеплюй. Кто бы мог подумать. Я даже и не подозревал, если честно, что древоруб. Но это не древоруб, это какой-то другой. Чем-то мне напоминает какую-то бабочку. Крылышки, хвостик. Ребят, ну как можно играть, когда игра постоянно вылетает? Крылышки, хвостик. Твою ж налево, блин. Это издевательство уже самое настоящее. Самое настоящее издевательство. Потому что, ну, я трачу руны. И я иду сюда как бы зарабатывать, а не тратиться. Трындец. Два раза за игру — это уже перебор. Обычно у меня один раз вылетает, и все. А тут два раза. Какая-то игра, вот она, я смотрю, видишь, баги уже пошли. Вот они когда сделают профилактику в игре, более-менее еще, да, стабильно играется. Проходит там полмесяца, месяц, все, начинается хандра вот это вот. Все, начинает сбиваться, блин. Начинает баги, лаги выползать. Это раздражает очень сильно. Нет у нас на Android-системе вообще идеальных игр. Вот я заметил, что на iOS там все игрушки, именно которые идут в аркаде, идеально. Редко, чтобы какой-то там баг найти или что-нибудь в этом роде. Все четко. Вот, в принципе, в этом вся, ребята, и разница. Да, пускай там игры некоторые платные, сама подписка платная, но там хотя бы ты знаешь, за что платишь. Те же самые возьми трансформеры, да, или Звездные войны, там нет доната. Там все чисто игровое, внутриигровое достижение. То есть покупаешь, играешь именно за игровую валюту, которую ты зарабатываешь на поединках. Android мало того, что жадный в плане денег. Так, сейчас. Так еще и багованные игры подсовывает. Вот это раздражает. Так, ну что, давай попробуем, наверное, с тобой. Блин, что он будет делать? Понятно.
Молодец, уничтожен, красавчик. Так, ну что, здесь понижаем тогда защиту, пробиваем. Массовой атаки у него не будет, потому что энергии не хватает. И, наверное, сейчас мы его прижучим. Отлично. И я тебе скажу больше. У нас вылетают игры в основном именно на событиях. Я еще ни разу не видел, чтобы у меня вылетала игра на арене. А почему? А потому что на арене не надо ничего платить. Арена — это бесплатно. Но вылетела и вылетела, как говорится, зашел снова. А вот в событиях это просто на постой. Ну давай тратить. Что сделаешь? Поехали. Так, у нас тут мини-босс или босс, в общем, не имеет значения. Сейчас будем разбирать. Так, две волны. Окей. Они меня хотят вот этим вот напугать. А вряд ли у них получится. Так, прожимаем, как обычно с тобой. Шепот смерти. Потом, наверное, будем браться за стальной капкан, скорее всего. Так, секундочку. Блин, мне не нравится. Ладно, все-таки надо бомбить. Ударим сюда. Укус. Да, Барсика мы по ходу дела сейчас потеряем. Вопрос в другом. Смогу ли я дальше справиться без него? Там у нас мини-босс же будет впереди. Так, ладно, добиваем. Смотрим, что у нас тут. Угу, кревет. Крылатый ужас и громыль. Вопрос интересный. Ну давай я попробую сделать вот так. Хильнемся. Наверное, все-таки надо бомбить вот этого кревета в первую очередь. Я не помню, но он, по-моему, не электрический. Ух ты, фаербольщик. Да хорош. Так, если, например... Рискнем. Минус один. Так, смотрим, что он сейчас будет делать. Ой-ой-ой-ой-ой, только не трогай его. Хм. Я, наверное, сделаю с помощью груши. Не будем с собой тратить прилив сил. Он нам пригодится. Ну, этот, конечно, бомбит, ты прикинь. Короче, я тебе скажу следующее. Если сейчас игра не вылетит, дай боже, то мы с тобой... пройдем. Так, сделаем укусик. Ну все, он здесь ничего уже не сделает. Так что давай его запинывать. Есть. Ну что, друзья мои, событие пройдено. Крутанем в последний раз колесо. Выпадет нам 75 миллионов рыбы. И забираем свой светлый чистый янтарь. Так, я его забрал хоть, да? Что-то я так быстро закончил, даже не увидел, забрал я янтарь или нет. Сейчас посмотрим. Открыть? Нет, конечно. Ну вот, блестящий янтарь. Что там у нас, новинка? Что там у тебя появилось нового? Да ничего у тебя нету. Так, смотри, у нас 404 миллиона рыбы. Куда это можно потратить? Кого бы нам прокачать? Так, скалотряс. А здесь у нас не то. Этот маленький. Буйволорда, может быть, качнуть. Даже не хватило, прикинь. Рыбы нам. Даже не хватило чуть-чуть. Ладно. У нас еще с тобой есть арена. Так. Кстати, здесь мы пак не открыли. Кревет, древоруб, шипорез. Все. Ну что, погнали. Забьем с тобой три ячейки тремя паками. И вот, не знаю, ребят, пишите в комментариях, будем все-таки мы играть вечером или нет. Проходить еще одно событие. Так, хофер, шипорез.
Опа, давай-ка, наверное, сюда бомбанем. Как всегда, моему барсику достается. А я, наверное, не так сделаю. Я все-таки вот так. Я хочу попробовать успеть, если, конечно, получится хильнуть. Что-то мне подсказывает, что фигушки у нас получится. А если я... Ну, давай вот так вот сделаем. Сейчас будет разбегаться, скорее всего. Так, залечим... Залечим раны. Обязательно. Прекрасно. Ну что, следующий будет у нас Хофер на разбор. Погнали. Сейчас мы его быстренько с тобой хлопнем. Промахнулся. У нас фулл ХП. Удвоение энергии. Да все, он уже здесь один ничего не сделает. Абсолютно. Пускай он на себе там что хочет, вешает хоть защиту. Хоть чего. Мы защиту вообще сейчас снимем. Да и вообще убили его. В общем, отлично. Так, у нас следующий поединок. Я смотрю... Ага. Блин. Это двойной плеватель, да, у нас? Который два раза плюется, по-моему. В плане ты... Трындец. Я не успел играть все, ребят. Ты посмотри, что он вытворил. Просто барсику крышка, естественно, этот сейчас добьет. Халявщик-то вот этот вот. Не добился, на голову. Ну, вот это тогда костолом сейчас уничтожит. Так, надо вот с этой мелюзгой разбираться. Я сказал... Что ты так синий, да? Синий. Против красных очень эффективно бомбит. А зеленый против... Фигня получается. Ладно, давай сделаем так. Это сейчас будет разбег делать, 100%. Это же истерика. Это ж костолом. Ай, промахнулся. Ну, бас. Так, и, наверное, добьем. Ну что, костолом? Блин, что-то ты зачастил тут с разбегом-то. Опять промахнулся, прикинь. Два раза бомбит, и два раза он промахивается. Так, тихо, сейчас мы, наверное, залечим раны. Так, опять будет, да, глушить? Ну, промахнись еще раз. Нет, тут он уже попал. Но слишком поздно. Очередной поединочек. Ты посмотри, кого здесь дали. Начнем с этого, этот потерпит. Ага, уклонение. Неплохо начали. А это у нас... Фаербольщик, да? Да что вы делаете-то, а? Как вы достали бомбить уже моих всех дракош, особенно Барсик, бедный. Тебе надо либо уровень получать, либо тебе нужно искать какую-то замену. Я не знаю, Барсик, что происходит. Они просто тебя разносят. Ну, естественно. Я даже не удивлен этому. Так, вжарили. Укусили. Сейчас я его добью. Ну-ка, отлично. Вот говорю, на арене, сколько вот мы играем, чтобы вылетела игра, это очень редко. Вот на событиях это чаще происходит. Намного чаще. Так, что ты там хрюкаешь? Ну что, добьем, друзья? Да. Великолепненько идем. Ну что, ребята, как вы видите, мы получили с вами редкий пак и два обычных. Начнем с открытия. Так, и вот он, пак вождя. Шторморез, шепот смерти, костолом, кревет, душитель, парящий прихвостень и сарделька. Вот такая вот, ребята, у нас командочка выпала. Так, победите 5 драконов в схватке. Получите награду. Окей, забрали. Ну что, друзья, в принципе, и можно закругляться на этом. Так, что у нас тут показывают? Не понял. Ага. Это хорошо, я все время забываю, ребят, про него. Постоянно. Так, может быть, ты что-то хочешь? Может, пойдешь поучишься, а, маленькая? Лети. А ты? Или ты?
Давай всех, кого можно. Так, все, академка заполнена. Так, а давай-ка мы посмотрим с тобой. Ну вот, друзья, смотрите, у нас 9 драконов из 12. Получается, нам нужно еще 3 драконов обучить. В принципе, вот Буйволорд, наверное, будет кандидатом у нас. И, наверное, все-таки Ветрокрыл. Скорее всего, 91 уровень у него. Конечно, долго, да, я не спорю, долго прокачивать. Ой, даже долго прокачивать, это именно в плане... Много рыбы нам придется потратить. Или же мы возьмем с тобой Буйволорда и 2 креветов, которых, мне кажется, быстрее будет прокачать. 92 уровня здесь. И тот у нас, ну тот до сих пор не может перейти никак в титаны. Вот этот вот. А так его тоже. В общем, где-то через недельки 2, я думаю, что мы с тобой продолжим развивать нашу деревню. В плане того, что будем повышать, во-первых, кузню с тобой расширим. И нам дадут возможность повышать здание. А почему мы с тобой стоим, прогресс у нас не идет? Именно из-за того, что не хватает численности населения, ребята, для дальнейших построек. Видишь, драконы. Тут нужно 18 драконов 124 уровня, ты представляешь? Чтобы зал совета прокачать дальше. Это трындец. А вот тут, например, чтобы лохань и дровницу улучшить, нам не хватает именно численности населения нашего острова. То есть в тех же самых викингах. Так, здесь-то я забыл, что мы прокачали. О, нормально. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.